Муниципальная поисково-просветительская экспедиция «Имя Славянского района», которая стартовала в 2017 году, продолжает свою работу. В центре внимания экспедиции – социальное и историко-культурное наследие Кубани. И в Славянском районе нам есть кем и чем гордиться. В сельском доме культуры Петровского сельского поселения состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к 95-летию Славянского района, где чествовались те, кому присвоен почетный титул «Имя Славянского района» жители Петровского сельского поселения. Экспертный совет при администрации Славянского района, учитывая общественное мнение, определил 114 лауреатов, которым присвоен почетный титул «Имя Славянского района». 7 из них – жители поселения. Эти люди внесли огромный вклад в развитие Славянского района и сельского поселения. И несмотря на то, что многих из них уже нет с нами, их здесь хорошо помнят. Давиденко Вячеслав Михайлович, Кекало Григорий Ильич, Гринев Николай Максимович, Голосовский Александр Владимирович. Именно они удостоены почетного титула. Дипломы лауреатов премии «Имя Славянского района» были вручены родственникам этих людей. Также чествовалась как лауреат за высокий профессионализм и большой вклад в развитие сельского хозяйства беззаветная труженица, механизатор Татьяна Владимировна Щеголева. В 1985 году приехала с семьей из Казахстана, с Кустанайской области. Там работала на тракторе, на Кировце. Приехала сюда, устроилась вот при Азовском. С 1985 года работаю по сей день. 17 лет на пенсии, но пока здоровье позволяет, работаю. Она успешно работает до сих пор, причем управляет не только трактором, но и комбайном. Были отмечены дипломами лауреатов также Иваницкий Василий Романович и Белова Лариса Васильевна. Эти имена отлично известны всем жителям поселения, а теперь и всего Славянского района. Лауреатов и гостей праздника поздравили заместитель главы Петровского сельского поселения Светлана Левченко и артисты народного вокального ансамбля «Комплимент» городского дома культуры. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».